Низко! Ваня! Галя! Вечера у Ваи. Низко! Галя! Ваня! Дениска! Красота, природа от Бога прямо. Ск.
скалы такие прибрежные, эпичные. А, да, видать. Маленький какой-нибудь, приток. Вон тоже какая-то гора показалась, смотри, на горизонте. А, вот там? Да. А, мне кажется, это сюда, который будет залезать. А, может быть. Не, она как другая, прям высокая-высокая. Она прям большая, смотри какая. Туристы плывут. Стали к берегу мы отдохнуть, пулки размять. Тут домик такой на берегу. Вот. Грибы тут. А кто уже успел насобирать? Кто-то положил туда? Да кто-то ночевали, доставили. А. Заняться нечего. Ну что, хорошо. Туалет типа сортир. Вот такой домик. Гостевой, отличный. Прям супер-супер тут можно отдыхать, да? Ну-ка, что написано? Моя любимая, я ходил тогда в поход, в суровые края, платком взмахнула у ворот. Моя любимая, тут даже песню разучить. Стали туристом. Печка теплая, да, еще? Да, недавно тут был. Или добур. Троцкого мочить. Домик в тайге. И аптечка там есть, вот. Сол, фасол, вилька, тарелька. Галя, что, сфоткаешь нас это? Ваня? Вот кто-то новогоднюю романтику устраивал. Елочку украшал.
блестками, всяким дозечком. Вот они остались еще. До мая месяца. Ну, я образно говорю. Слабаки. До мая не дотерпели, да? Елочка живая, она наряжается. Берегу вишеры. Домик для туристов. Это вот, вот эти сейчас плавляются откуда, например, 71-го, да? О, плохо, это 71-го, да. Они там планкой закидывают. А сколько они, вот, допустим, 71-го подъемные? Дровяник. Медведь бы не вышел никакой тут, блядь. Ваня. В ебенях цивилизация есть. Вот, смотрите. Где-где? А, вон. Сила такая, сила. Ладно, каких-то много. Утки такие. Банда целая, да. Банда уток. Банда уток, вот. Какие на суете все. Молодежь меня. Ага. Смотрю, такой, прям вернулся. Красоты, прям, о, бомба. Скалы необычные. Такие огромные горы. Там прям видно, такие острые, да, они? Муха здоровая, блядь. Маршрут получился. Вода прозрачная, прямо.
Вишера упадет, она еще светлее будет. Ага. Это получается как приток вишеры, да? Ну, типа, не то, что приток. Залив типа, да? Курья. Ну, вы можете залив назвать, я курья называю. А, ну. Галевская курья или как она? Да. Ага. Галя! За левый борт смотри. А что там? Рыба, да? Нет. А что? Ну, чтоб он налево смотрел, а я направо. А? А, типа это? Чтоб не получилось как с этими? Во-во-во, повезди на сходках вот этот момент. Корягу? Да. Ты прям мохом заросла. Тихо, нога хорошая. Корягу. Не смотреть. А тут стояла деревня Горевая, вон табличка висит.
Привет, привет! Что? Там катамараны ниже идут. А, ну-ну-ну. Постоянно стоянку остался. А. Тут что, по рыбе-то как? Есть смысл половить что? Вода большая, не поймаете. Так я знаю, что не поймаю. Но... Ну попробуй, что? А что, где лучше встать? Не знаю, где встать. А что, там два катамарана, которые плыли? Три. Три же было, да? Да. Ну, если увидим, скажем. Спасибо. Ага. Он с ними, видать, был, но... Галя, руки в стороны разведи! О! В горы, да, этой? Ну, крутое место. Что он сказал-то? Что выше остался ночевать. Господа туристы, там вам передали, что тот человек на лодке остался выше ночевать, рыбу ловить.
Он просил вам передать. И большой привет еще передал. И мы от нас передаем привет еще вам. Рыбачат рыбаки. Здесь рыбы нет. Вот деревня бывшая, Усть-Улс. Вот там знак стоит. Что такое? Люди отдыхают? Не, деревня какая там? Вот на той стороне раньше Усть-Улс. Усть-Улс. Раньше. Ну-ну-ну. Здесь они скоро доедут в Мифорт. А через что заезжают они? Через Золотанку? Ну, Золотанку по дороге здесь приезжают, по ней туда. Ну-ну-ну-ну. Давай побежим. Такие прям эпичные скалы, да? Да, мы вот туда доезжали, за пешком шли.
поселок Вая. Вот наше клевое место. Пункт назначения наш Вая. Тут очень эпично сидеть и бухать. Либо чай, либо виски. Вот. Отель наш. Вот речка Вишера. Текет. Травка зеленая. Лодочки-челдонки. И вот такой берег Вишеры. Шикарный. Поселок Вая. Мост через Вишеру на Вае. Тест подвески. Диагностика, да? Там через Улс на Золотанке тоже вот такой же мост. Типичный. Река Средняя Золотиха. Горная река. Прям вот такая мощная. Вот показался обомненный камень. Смотри, Галя. Лепота прямо, да, такая. Огромная такая мощь. Огромный он такой, правда, пиздец. Вот мы туда на самую макушку с Воробьиха поднимались. Тут с веткой.